будем это и будем еще и будем это и будем сюда это и будем ой это сюда это. А вон ту ракету не хочешь вот эту вот? Вот это смотри. Хочешь. Классная, смотри, какая она такая простая. Мне кажется, вот это вот, да? Тогда все карточки убирай. Складывай их. Ну, сложи их аккуратненько. Что ты их как сдвинул-то? Вот, клади их друг на дружку. Вот, да, вот так. Аккуратнее. Не надо сильно их бить так. Вот. Руку расслабь немножко, они будут сами складываться. Давай. Мама сама все сделает. Так. Будем. Смотрим здесь. Какие фигурки нам понадобятся? Считай. Ракета. 1, 2, 3, 4. 4, да? Вот таких зеленых. Это какая фигура у нас? Ромбики. Правильно. Это какая фигура? Другой. Квадрат, да? Какого Конечно. Цвета? Голубой. Правильно. Сколько их штук? Дима. 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. Вот он считает, видите, по-разному. Как-то непонятно. Но при этом он знает, что их 5. Это удивляет. Так, это что за фигура? Денег. Четырехугольник, да, по-моему, называется? Денег. Он какого цвета? Нет, какого цвета он? Коричневый. Желтый. А это треугольник, он тут темно-фиолетовый. Так, ищем. Вот они у нас фигурки. Надо их как-то. Вот я хочу их приложить в разные контейнеры. Ну, что-то это я чувствую, мне затянется очень надолго. Так, значит, у нас 4 таких ромбика. Кстати, видите, отлипшие. Чтобы вот так вот не приходилось искать, тратить время. 4 ромбика. Дима, Дима, Дима! Я сама давай. 4. Тебе ромбика. Так, треугольник. А, нет, он не фиолетовый. Вот он синий. А мне что-то почему показалось. Желтый. И 5 таких. 1, 2, 3, 4, 5. Да, вот, потому что, видите, вот так вот это искать, это все мне не нравится так. Я бы хотела, чтобы это было все сложено по коробочкам. Все, я тебе дала, все дала. Все дала. Давай, смотри, складывай. Тут его перед ногами. Не там. Да, вот тут. Другой стороны. Не там. Где ромбики? Во-первых, он тебя вот так. Видишь, у тебя рисунок? Вот как. Вот он тебе этот ромбик. Вот тебе. Это. Так, у меня, походу, камера трясется уже. Держать мне одной рукой ее неудобно. Так, подожди, что-то тут получается что-то не то. Где рисунок-то? Я не вижу его. Да что ты? Вот. Вот. И другое крылышко также делай. Это крылышко. Да, вот сюда, вот. Сюда. Вот сюда. Вот. И... О! Молодец! Дима почти сам сделал, да? Похоже, смотри. Похоже. Да? Точь, точь в точь, да? Точь в точь. Глядя. Нашли мы новую. Уже. Ну да, она немножко... Хоть и написано, что легкий уровень, но, наверное, для ребенка это что-то сложновато. Один раз даже, честно говоря, я собирала какую-то фигуру, и я просто запуталась, просто в тупик вошла. Вроде бы смотришь все правильно, на карточку смотришь, понимаешь, что что-то здесь не то. И думаешь, блин, да что ж такое? И когда уже начинаешь проверять по фигурно прямо,
понимаешь, что ты сложил, ну, вернее, находишь ошибку. Хотя, конечно, по большому счету здесь можно придумать вообще даже самим карточки. Если есть фантазия, можно придумать вообще там сколько угодно. Ну, сейчас складывать ты будешь? Давай, пока я мама тут заболталась. Так, начнем мы с тобой откуда? Снизу, да? Смотри, у нас есть треугольник. Сюда мы представляем ромбик. Вот так вот, да? К ромбику мы представляем вот так вот. Четырехугольник. Вот так, да? Сюда мы представляем кого? Треугольник. Попозже. Еще треугольник. Да? Еще треугольник. Да, она для тебя сложная, малыш. Что сюда? Ромбик сюда давай. Ромбик вот этот вот. Да, вот так вот. Молодец. Угу. Треугольник. Да? Или что там? Подожди. А, ромбик. Треугольник. Да, правильно, давай. Треугольник. Потом вот здесь вот, да? Представляю вот там. Да, теперь вот это вот. Сюда. Ромбик сверху. Сюда вот, да? И треугольник. Треугольник. И сверху этот. Да, так вот. Ну вот что-то. Какое-то подобие получилось. Что-то похожее, да, сына? Вот так вот мы занимаемся. А потом сейчас из этих двух фигурочек, да, Димочка будет складывать что-то свое. Вот именно свое, когда складываешь. Это вообще прям немерено интересно. Например, вот складывать особенно вот такие вот всякие штуки. И уже хочется к ним продолжение делать. Таких цветочков складывать много. Там одна, вторая, третья. Честно говоря, вот только вот одного, допустим, набора именно с такими штучками красными, я бы купила, наверное, штук 5. Если бы они стоили, конечно, еще подешевле. С удовольствием. И просто прям собрать целую большую там картину, например, размера А3. Я прям очень хотела, да? Что у тебя получилось? Елочка? Елочка, да. Можно еще вот домик, смотри, подставить, да? Там взял какую фигуру? А, другую? Да, можно уже прям фантазировать, разнообразие здесь какое-то делать. Что-то придумывать можно, да? Еще елочка. Еще елочка, да. Целые картины составлять. Составили с Димочкой. Да? А ромбик? Okay. Не ромбик, а этот четырехугольник чем будет? Из него можно типа луны сделать. Правда, он не будет круглый, конечно. Ну, получилось очень красиво. Можно большой домик, например, сделать. Соединить еще две такие. И крышу большую сделать. То есть, в принципе, тут можно развить очень, кстати, хорошо фантазию, которая и вам, в принципе, да, и вашему ребенку может помочь. Но по большому счету фантазию, кстати, можно развить, даже идя на улице, что-то видя на асфальте, например, там в ветвях деревьев что-то увидеть там можно, что не замечают другие. Но художники в основном это замечают. Обычные люди очень редко. Все моя елочка. Там еще красивая получилась. Все мама, и здесь я елочку. Сломал елочку? Ну вот. Плохо. Ну, смотрите, какое у нас уже произведение искусства здесь. Мама еще придумала здесь лодочку. Такую, как будто здесь море синее. Здесь у нас домики, там солнышко. Дима говорит, похоже на звезду, да? Да, Дима? Дима! Да, да, Дима как бежит кушать, да? Да, мы с тобой кушать идем? Да? Идем кушать с тобой? Бумажечки, бумажечки Дима уже порвал, да? Так, это ложка грязная. Мешок забрал. Золотую ложечку Диме даем. Да? Дима не захотел картошку, поэтому ест кашу.
А я решила сделать себе картошечку. Здесь у меня лучок. Вот, вот такая. Теплая. Теплая? Хорошо. Вот, сок томатный буду пить. И потом у нас еще бутерброды, да? Будут с сыром и с паштетом. Да? Да? Да. Будем кушать. Ням-ням-ням. Что делаешь? Что делаешь? Мультики я смотрю. Мультики смотришь? Вот они, мультики любимые Димины, да? Вот эти мультики прямо ему так очень-очень нравятся. Называется «Мяу-мяу». Да? Там с девочкой и собачкой. Да? Ну там изучение английского, по-моему, да? Вроде бы как. А я тут тем временем искала купальник. Наконец-то нашла. Такой полосатенький, старый, уже надо новый покупать. Вот, шорты свои старые нашла. Они мне все время малы. Купила 44 размера, надо было 46 брать. Но они прям жесткие такие, очень жесткие. Да. Сайк, да? Бусина там, не надо ничего там отрывать. Там бусина. Бусина, да, такие красивые, модные, как раз там в каком-то 15-м, что ли, году. Тут вот такие, не знаю, зачем их купила. Один раз я их, по-моему, только одевала. По-моему, позапрошлом или позапрошлом году. По-моему, в прошлом, да. Не знаю, что-то они уже не нравятся из-за этих сеточек. Можно эти сетки убрать, наверное. Но они огромные, я люблю низкую посадку. Видите? Эти еще даже не одевала. На всякий случай купила, чтобы были. Где смотрю, маечка моя. Вот они. Кто смотрит, кого, вернее, дети смотрят такой мультик? Ставьте лайк. Да? Дима, лайки. Покажи лайки-лайки. Лайки-лайки. Ну ты эти убери лайки, покажи. Лайки. Лайки-лайки-лайки-лайки. Ставьте нам лайки, да? Ставьте лайки. Да. Да?